очень много. Це повний пакет, повний рюкзак, повний повна коробка. Ось що повна коробка. Шарик пильний. Вот это. Все листы мои, которые я изрисовала. И раскраску, которую я все же изрисовала. Вот, смотри. Вот. Еще вот игрушки. И вон там большая часть. И вот здесь. Мы очень много выкидывали. Сейчас Дима придет, мы скажем ему отнести все на мусорку. И скажем, что пришел за другим грузом. Как бы так. Ну реально, мы очень много выкинули. Я не хочу терпеть это. Я уже не могу. Везде беспорядок. Некуда пойти. Вот только сегодня мы убивали все. Смотри, за телевизором. Но за телевизором вообще много пыли. Мама, зачем ты? За телевизор все ложишь. Зачем? Расскажи мне. И вообще, зачем? Зачем все скрадировать? Мы можем на колодке все убрали с котенками в розовой. Это бомба! Мы долго очень. У нас был передых. Мы потом опять. Это уже. Кончай, мама. Не надо туда ссыпать. Сломать, чтобы там столько пыли. Там вообще дышать было невозможно. Вообще, я одела маску. Пошли мы и пойдем, покажу. Вот, мы убрались, все. Мы убрали. Ну, мам, не надо так делать, пожалуйста. Все, это. Просто я хотела тебе сказать. И вот, посмотри, сколько, какая чистая комната. Вот этого, знаете, конечно, нужно зашить. Да. Кошка вон спит. Наша постелька. Ученица сказала, кровать. На матрасе. Вот. Мы только вытащили. Вот. Посмотри, пойдем со мной. Я покажу, где мы убивали. Вот здесь, на верхнем. И внизу. Мы очень много выкинули. Я больше не собираюсь. Больше наводить порядок в комнате. Я все буду ложить по своим местам. Потому что я не хочу опять на следующий год так убираться долго. Мы с бабушкой только-только чуть не делали. Вот, посмотри, сколько. Вот, сколько мы сложили. Вот. Куда мне для кукол? И вот, мы снимали видео, мы только что не делали. Короче, не надо.